أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам убеждений, вопросам идеологии. И ранее мы начали разбирать вопрос единобожия. И на прошлом занятии мы говорили о доказательстве единобожия. В частности, мы обратились к аятам священного Корана, чтобы воспользоваться ими и извлечь из них соответствующие, совершенные и неопровержимые доказательства существования Бога. И также мы говорили о том, что несмотря на то, что мы ссылаемся и берем свое доказательство из Откровения, из Священного Корана, но все же это доказательство является доказательством разума, не является доказательством Откровения, потому что само Откровение в этих аятах ссылается на разум человека. Не призывает человека принять себя только потому, что оно является откровением, а призывает к разуму человека, призывает человека обратиться к своему разуму. И это обусловлено тем, что эти аяты обращены в первую очередь к многобожникам, к людям, которые не были мусульманами и, как следствие, не принимали откровение как истину. И поэтому совершенно понятно, естественно, что откровение в данном случае, в данном вопросе обращается к разуму человека, доказывая таким образом единобожие Бога, единство Бога. Итак, мы привели два аята как два предпосылка, так как необходимо заметить, что любое доказательство должно состоять минимум из двух предпосылок. Как минимум, два предпосылка необходимо должны быть в любом доказательстве. Итак, первую предпосылку мы извлекли из аята «Лау кана фиихима алихатун иллаллаху ля фасадата». То есть, если бы на небесах и на земле были бы божества, кроме единого Бога, то небеса и земля потеряли бы свой порядок и равновесие. Это первая предпосылка. Вторая предпосылка – была извлечена из аята «Алляди халака сабя самаватин тибакан ма тара фи халаки рахмани мин тафавутин». То есть, тот, кто создал семь небес, ты не увидишь в творении, в созидательстве милосердного, единого Бога какой-либо разницы. То есть, мироздание, все творение, все, что мы можем обнаружить вокруг себя, все совершенно обладает равновесием и совершенным, просто невообразимым порядком. Также в аяте подчеркивается, что человек не сможет обнаружить какого-либо недостатка, не обнаружит какую-либо вещь или какое-либо существо, которое было бы не к месту, какую-либо вещь или какое-либо существо, которое было бы неуместно, противоречило бы цели всего мироздания, или было бы несовершенным, было бы неупорядоченным, создавало бы беспорядок в мироздании. То есть человек, подчеркивается в этом аяте, что человек не обнаружит вокруг себя, на небесах и на земле, какого-либо недостатка. Таким образом, мы в Священном Коране обнаруживаем два предпосылка, которые совместно, вместе могут служить совершенным доказательством единобожия. То есть, с одной стороны, мы утверждаем, первая предпосылка утверждает, что если бы на земле и на небесах были бы божества, кроме единого Бога, помимо единого Бога, то небеса и земля потеряли бы свой порядок и свое совершенство, свое равновесие. И вторая предпосылка утверждает, что на небесах и на земле царит равновесие и порядок. Таким образом, мы получаем вывод. Значит, нету богов на небесах и на земле, кроме, помимо единого Бога. Нет божеств
помимо единого Бога. И здесь необходимо немножко остановиться на обеих предпосылках, на первой предпосылке и на второй предпосылке. Первая предпосылка утверждает, что если бы богов было несколько, то небеса и земля потеряли бы свой порядок. И это совершенно очевидно. Всевышний обращается к разуму человека в этих аятах, и при этом ссылается на очевиднейшие для него, для человека вещи. Человек прекрасно понимает, для него совершенно понятно, что если бы богов было несколько, то каждый создавал бы по-своему. Каждый делал бы то, что соответствовало бы его целям. То есть мы обнаружили бы, что существуют вещи, которые отличны от других вещей. В своем строении, в своем совершенстве, в своем порядке и, конечно же, в своих целях. То есть обоснованность первой предпосылки совершенно является очевидным. Совершенно очевидно, что множество богов должно привести к множественности мироздания. Множественности в чем? Множественности в порядке. Множественности в целях. И как следствие мы обнаружили бы, что небеса и земля потеряли бы свой единый порядок, свой единый совершенный вид, потеряли бы равновесие, и мы увидели бы события, которые друг за другом происходят и при этом противоречат в своих целях, которые приводят к уничтожению, к разрушению мира, потому что цели у них разные, порядок разный, творец разный. Это объяснение первой предпосылки, но объяснение второй предпосылки, то есть подробное разъяснение второй предпосылки, отнимет у нас огромное количество времени. Если мы захотим подробно разъяснить вторую предпосылку, которая гласит, что в мире существует равновесие, что в мире существует совершенный порядок, у нас не хватит и тысячи часов для того, чтобы разъяснить. Дело в том, что чем больше мы исследуем окружающий мир, чем больше мы исследуем небеса, чем больше мы исследуем землю, подводный мир, животный мир, чем больше мы исследуем самого человека, его анатомию, тем больше мы убеждаемся в том, что все это сделано единым Творцом, сделано кем-то единым, потому что все в своем совершенстве, в своем порядке, в своем равновесии и даже более того, в своих целях, все мы обнаруживаем совершенным. И здесь данный вопрос, данная предпосылка является намного более очевидным для тех, кто занимается исследованием и изучением окружающего мира, окружающей природы. Для этих людей, которых мы можем называть химиками, физиками, можем называть биологами, астрономами и так далее, для этих людей совершенство окружающего нас мира, для этих людей равновесие и порядок в окружающем мире намного более очевиден, чем для нас, для обычных людей, которые профессионально этими науками не занимаемся. Обратите внимание на то, что вас окружает. И вы обнаружите, что все, что вас окружает, обладает совершенным и невероятным порядком. Посмотрите, как устроено человеческое тело. Оно совершенно. Оно обладает строением, лучше которого человек придумать не может, лучше которого невозможно себе вообразить. И подтверждением этому является множество других фактов, в частности, то, что человек порой для того, чтобы проектировать тот или иной аппарат, тот или иной инструмент, ту или иную технику,
очень часто используют природу. В частности, вспомните, как устроены летающие аппараты, как устроен вертолет или как устроен самолет. Все это взято у природы, все это взято у окружающего нас мира. Конечно же, об этом говорить можно очень долго. Здесь всего лишь можно посоветовать нашим дорогим зрителям самостоятельно попробовать исследовать этот вопрос. Потому что равновесие и совершенство окружающего нас мира, оно совершенно очевидным является для каждого, кто захочет хоть сколько-нибудь в этом разобраться. И здесь, конечно же, является довольно-таки удивительным то, что люди, которые изучают эти науки, те люди, которые изучают окружающий нас мир, они отказываются от выводов и подсказок своего разума и утверждают, что никакого Бога не существует. Отрицают существование Бога, по крайней мере, как минимум на словах, в утверждениях. Ведь то, что все является единым в своем порядке, в своем совершенстве, мы обнаруживаем совершенно незначительные организмы, мы обнаруживаем совершенно незначительные творения, которые также поражают нас, наш ум своим совершенством, порядком и равновесием. Мы можем обнаружить недостатки в тех или иных творениях, в тех или иных животных, но при этом мы обнаруживаем, что они, этот недостаток для их жизнедеятельности, для их жизни, для их существования ни в коем случае не является препятствием, что эти творения обладают всем необходимым для жизни, для существования. Разве все это не является доказательством того, что все это имеет начало, все это имеет разумную, всемогущую, мудрейшую причину? Причину, которая в созидательстве, в своем сотворении этих существ преследовал единую цель. Разве все это не является доказательством того, что он является единым, что не имеет соучастников? Если бы у него были соучастники, то мы обнаружили бы беспорядок в мироздании, мы обнаружили бы беспорядок на небесах и на земле. Таким образом, Всевышний Бог, обращаясь к разуму человека, доказывает единобожие в господстве. То есть Бог говорит, что если бы на небесах и на земле были бы божества, кроме Него единого, помимо Него единого, то мироздание потеряло бы свой порядок, свое равновесие. Но так как на небесах и на земле царит равновесие и порядок, значит, он един и не имеет соучастника. Таким образом, мы доказываем единобожие в господстве, которое следует за собой и доказательство единобожия в созидательстве и в самости. На этом все. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры сделал DimaTorzok